у нас новые гаджеты. 3, 4. Там очень большой обрыв. Очень большой обрыв. Жрать хочется, пипец, энергии вообще не осталось. Ты сдохнешь нахрен. Ты сдохнешь нахрен. Лёх, я нашел шелковый путь. Стреляй. Вы прибыли в пункт назначения, площадь 9 января. Не прошло и года. Мы решили поехать в очередной велопоход на часах 11.15. Но хотели выехать мы в 10.00, но, как всегда, вот из-за этих вот штук новых, кстати. Но у нас новые гаджеты, о которых мы расскажем в дороге. Да. От фирмы ПИК 99. Да. Питер, привет. Если нам хватит батареи, вообще энергии, то мы расскажем вам о многом в этих выпусках. Как уехали, как приехали. Ладно, да. Все. Итак, дан старт. 3, 4. Итак, друзья, на часах 13.40 мы проехали 20 километров. Наши велосипеды претерпели некоторые изменения в связи с дождем. Он был, мы просто не стали снимать. Вот такие вот дела. От фирмы ПИК 99. Спустя 6 километров мы остановились возле поворота на деревню Рылово перекусить батончики. Ну, что хочешь сказать, батончики нормально. Заходит только так. Таким образом поставили велосипеды к березке. Спасибо, березка. Хочется, конечно, шашлычкам. Мне. Ну, вот. Мне что-то не очень, как бы. А дубы, колдуны что-то шепчут в тумане. Друзья, мы сейчас сидим, вот такой импровизированный завтрак на траве, обед. Кемпинговый стоянок. Вот у нас тут болото с лягушками. И мы вот на такой вот штучке едим. Лёх, ешь, я тебя прошу. Ты сдохнешь нахрен. Ладно, всем приятного аппетита. Съезжаем с основной трассы. Ну как трасса, так? Если это можно назвать трассой. Так, платная дорога. Короче, отправляемся мы в поля какие-то. Вот по такой дороге мы проехали 40 километров. До Гаврилова нам надо. До Гаврилова. Гаврюша! Ко мне! Стреляй! Голос! В общем, продолжается путешествие и приключения. Лёх, я нашел шелковый путь. Я тоже. Да, это мост через М-11. Прикольно. Заканчивается наш первый день, в принципе. Но вот только нам еще ехать километров там, 20. Это, конечно, радует, что мы скоро как бы приедем. Но жрать хочется, пипец, энергии вообще не осталось, сил. Мы, короче, как бы, ну, получается, на одних батончиках едем и на воде. Еще купили по одному мороженому в стаканчике. Шоколадным. Шоколад. Блин. Тут дело такое. Не доехали мы до точки, до которой нужно было. Потому что сраный навигатор. Потому что мы потеряли кучу времени, чтобы попасть на трек, потому что мы сбились с пути. Но тоже мы приехали на трек, но по дороге, а вон там, брод. Ну и нахрена нам это все нужно на Новый год? Мы доехали 14 километров, решили, вброд мы сейчас, умный бродик не пойдет. И завтра будем преодолевать брод с самого утра. Сейчас будем ставить лагерь, нашли место, будем жечь костер и сушиться. Все. Тебе как, вообще нормально разговаривать непонятно с кем?